О, я кунарики, праздник у них, а меня, умницу, красавицу, никто не пригласил. О, и ребятишки собрались. Чё вы сюда пришли? А? Чё пришли? За подарками? Это кто вам их принесёт-то, подарки? Дед Мороз! А мне никто не принесет. И на праздник не пригласили. Вот я тогда... Вот все уходите отсюда. Никакого праздника и вам не будет. И Дед Мороз к вам не придет, понятно? Чего? Уходите давайте отсюда, говорю. Чего нет? Ух вы какие! Ладно, не хотите уходить? Я сейчас тогда наколдую. Дрему нашлю на избу Деда Мороза, чтоб он проспал праздник и сюда не пришел, и подарки вам не принес. Вот так, такая я злая. Чуфы! Чуфы! Туды! Сюды! Дрема пусть сюда идет, пусть избушку заведет. Чуфы, чуфы, туды и сюды. Праздник пусть проспит мороз, доведу детей до слез. Чуфы, чуфы, туды и сюды. Дрема на избу спустись. Добром не будет. Давай мы ее добром удивим.
Правильно, ребятишки? Только добро, правильно, побеждает зло. Это как? А возьмем ее и пригласим к нам на праздник. И тем более она далеко не могла уйти. Ой, ее на праздник? Конечно. Да вы что? Она здесь все испортит. Да подожди, зайчик, подожди. Ягуся! Ягуся, иди к нам на праздник. Чего? Чего разорались-то? Чего? Ну не кричи, не кричи. Ягуся, мы тебя с ребятами посоветовались и решили пригласить тебя к нам на праздник. На праздник? Чтобы, да, чтобы ты с нами веселилась. И это, деда, быстрей, буди! Ага, еще чего, деда, буди. Ничего у вас не получится. Я даже не спрошу. Здесь все мои гости соберутся, и мы будем праздновать. Вот так я обиделась. Подожди, Гуся, не уходи. Чего? Знаешь, я тут подумала и решила. Давай мы проведем соревнование. Ты пригласишь своих друзей, а мы пригласим, зайчик, своих друзей и увидим, кто умеет как веселиться. Договорились? Да. И кто победит, тому и подарки, да? Хорошо, получишь подарок, получишь. Ага. Ладно, хорошо, зови своих друзей. Подожди, зайчик, беги, приглашай наших друзей на праздник. Ага, бегу, одна нога здесь, другая там. Давай, всё, давай, бегу. Быстрее. Да, идем. Ай, побежал, гляди-ка. Только чур, мой гость будет первый. Ребята, дадим ей право, чтобы она первая приглашала? Да? Дадим, да? Да. Пожалуйста. Сейчас я его позову. Ай, свистеть не умеет. Встречайте, хлопайте в ладоши. Ребята, поддерживайте ее гостей аплодисментами. Вот он мой красавчик, а? Здорово, Яга! Здорово, Дракоша! Здорово, Зима! А я вот она, вот она. Здорово, здорово, Дракоша. Впереди. Дракошечка, ты такой красивенький, бежал, дай тебе порядочек приведу. А, красавчик мой. Слушай, давай мы здесь сейчас с тобой праздник замутим. А что делать надо? Ой, давай с наших стишков начнем. Давай. Ребята, только внимательно Ягусю слушайте и на ее чары не идите. Ну, давайте. Давайте. Если мы пришли сюда, хулиганить будем! Громче, громче! А что это не? Да! Ладно, ладно, никому и никогда не поможем, верно? Еще громче! А там кто-то кричит. Ну, да. Ну, вот еще один! Давай еще, Дракошечка, давай! Здесь устроим без труда! Драку мы! Конечно! А там кричат, да! Все, Ягуся, не выходит, по-твоему, нет! Добрые ребята, добрые! Ай, хорошие, да! Ну ладно! Что еще умеете? Мы еще любим танцевать с Дракошей, да, Дракош? Помнишь, как в лесу дискотека-то была? Давай замутим здесь с тобой танцы! Раскрытый богиня, словно кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Чем ребята. Спасибо. Один ноль в нашу пользу, Дракоша. Дай лапу. Спасибо. Ребята, поаплодируйте. Поаплодируйте, Ягусь. Мы же добрые с вами. Поаплодируйте. Ладно, беги, отдыхай. Я скоро буду. Давай. Счастливой тебе. Счастливо поставь. Ягуся. Что? 1-0. 1-0 в нашу пользу. Ты смотри, как зажигать стало. Приостановись. А теперь моего гостя встречайте. Ребята, громкими-громкими аплодисментами! Встречайте! Поклопали, поклопали, поклопали!
стихи читали. Наша тоже очередь наступила. Мы будем с тобой стихи читать. Ребята, а вы будете... Я знаю. А ребята будут помогать. Конечно. Они после каждой строчки будут говорить, потому что Новый год, потому что елка. Повторим громко-громко. Потому что Новый год... Молодцы! Не дружно. Давайте еще раз. 3, 4. Потому что Новый год, потому что елка. Почему метель метет по земле метелкой? Потому что Новый год, потому что елка. Веселей. Почему здесь музыка громко так играет? Потому что Новый год, потому что... А теперь я давай скажу. Ты скажи. А зачем же к нам придет Дед Мороз на громко! Елку? Потому что Новый год, потому что... Ой, какие молодцы, да, Лунтик? Да, и потому что Новый год, потому что елка. Чуть за стишки? Ягуся. У нас и то были интересней. А что вы еще умеете? Мы еще и петь можем. Правильно, Лунтик? Споем вместе с ребятами новогоднюю песню. Ребята, только громко-громко не подкачайте. Ой, ну давайте, попробуем. Можешь с нами, Ягуся, танцевать и петь. Ну, посмотрю, если мне понравится. Поднимайтесь возле своих стульчиков. И подпрыгивать можно. Ребята, вы все ее знаете, подпевайте. Спасибо тебе, Лунтик. Очень хорошо у вас. Лунтик. Но мне надо идти к своим друзьям. Привет, передавай своим друзьям. А вы знаете, кто у него друзья? А вот мы сейчас услышим. А кто? Лунтик! А еще кто? А еще Баба Капа. Баба Капа, еще кто? О, а еще там эта жаба была. Ну, Ягусь, всех твоих друзей знаю. Лунтик, всем своим друзьям. Передам ему привет. Передавай привет. Счастливо тебе. Счастливо. Пока-пока-пока. Аплодируем, аплодируем. Эй, ладно. Хороший у тебя гость был. Да. Мне понравился. Ой, как я рада. Ага. У него 4 уха. У тебя тоже дракон страшным был. Ладно. Я сейчас своего гостечка позову. Ах, он вам понравится! А ну-ка, друзья, встречайте! Ягуся, а он пришел? Что-то ты прям так спешишь. Может, мы поиграем с ребятами, а? Ой, видать, задержался. Там конечно. Скользко, вот, наверное, не то. А, я постаралась. Ладно, я игру. Постаралась. Я игру веселую сделала. Пожалуйста, давай. А игра моя на внимание. Ребята, посмотрю, кто. Если они не внимательные, мы выиграли. Ребята, слушайте ее внимательно. Она путать вас будет. Да, игра называется «Елочки». Елочки бывают высокие, покажите все. Выше ручки.
Елочки бывают низкие, елочки бывают широкие, елочки бывают узкие. Да, запомнили? Вот сейчас я буду называть елочки, а вы показывать руками. А ну потренируемся. Высокие, низкие, широкие, узкие. А теперь я вас буду путать. И посмотрим, какие вы немаки. Ребята, будьте внимательны. Елочки бывают высокие, широкие, узкие, низкие. Видела, как путаются? А, путаются, путаются. Ну-ка еще разочек. Елочки высокие, широкие, низкие, узкие. Высокие, широкие, узкие, длинные. Будьте внимательны. Ай-яй-яй-яй-яй. Запуталась. Ягуся, ну это в твоем стиле. Спасибо, ребята, что многие точно попадали. Точно исполняли то, что ты говорила словами. Там твой гость, я слышу, дышит. А ты играть не будешь? Я потом поиграю. Давай гостя встретим. Иначе уйдет. Конечно. Пришел. Встречайте! Аплодисменты, ребята! Встречаем гостей, аплодисменты! Мы же добрые с вами! Громче! Привет! Дай лапку! Дай привет! Ну как ты добрался? Бежал, там чуть не упал и замерз. Замерз, сосиска моя любимая. А мы тебя сейчас погреем. Ребята, вы вместе с нами движение повторяйте. А на улице мороз, ну-ка все потерли нос. Трем-трем носики, трем-трем-трем. Ни к чему нам пить баклуши. Быстро взяли все за уши. А музычку можно нам какую-нибудь веселенькую? Покрутили, повертели, вот и уши отлетели. По коленкам постучали. Вот так. Головой покачали. По плечам похлопали. А теперь потопали. Давай, Мильёша, давай, грейся. Здорово. Согрелся. Согрелся, молодец. Давай танцевать. Так, танцевать? А что будем танцевать? Мою любимую. А, его любимая, я знаю. Банан. Про банан. А ну, ребята, вставайте и движение повторяйте за нами. И. Хочу пить, хочу есть, хочу спать. Ладно, что там у тебя все? Ладно, все хочу. Беги, все беги. Хочет. Отдыхай.
Пока. Спасибо. Пока. Поаплодировали, поаплодировали. Как тебе, а? Хороший, хороший гость. Ничего не скажу. Правильно, ребята? Похлопали еще раз. Но у меня тоже гость. Вот я у тебя хочу спросить. Ребята, только чур ей не подсказываю. Скажи, символ наступающего года? Кошель. Нет. А это? Вообще? Нет. Кикимора, что ли? Нет, ты что, все болотное царство все сюда приглашаешь? Конечно, кто еще? Нет. Там может быть? Нет. Ребята, кто символ наступающего года? Тигр. Тигр? Да. О, да, год наступает я тигр. Я его боюсь, как. Итак, встречайте. Ой. Символ наступающего года тигр. Ваши самые-самые горячие аплодисменты. Растанцевался наш тигр, растанцевался. Ребята! Хочешь и верь, а хочешь не верь, Новый год стучится в дверь. Это вам не с кошкой игры. Поздравляю с годом тигра! А где аплодисменты? Хочу играть, вместе Новый год встречать. Слушай, а у меня еще один гость есть. Он тоже ребятам понравится. Да? Только надо, чтобы они его громко с аплодисментами встречали. Поддерживаем. Да. Поддерживаем аплодисменты, уже добрые. А ну давай, давай. Если еще один. Это половинка. Молодцы. Это половинка. Похлопали громко-громко. А теперь вверху ребята похлопали. Они все вместе. А теперь встречайте. Поздоровайся зимой. Миша, привет. Привет тебе. Привет. Мы очень рады. Привет. 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 Поаплодировали. Ай, давай, давай, Мишенька, потанцуем. Ребята очень любят такие танцы. Давайте. А вы, ребята, вместе с нами танцуйте, хорошо? Веселее поднимайтесь и танцуйте, а то вы замерзнете так сидеть. Поехали. Танцевала хорошо Баба Яга наша. О, и гостья. Я вся упыхалась. Пойду передохну. Пока. У-ху-ху-ху-ху. Счастливо тебе, Нюша. Счастливо. Ягодка мои. Ну что, устала? Устала. Что? Будем... Я думаю, хватит уже соревноваться. Давай, давай зима, подведем итог. Ну надо же. Да, пусть ребята похлопают. И тебе или мне. К тому, кому громче похлопают, тот и победил в сегодняшнем соревновании. Подождите. Вот давайте. Она опять хитрая. Похлопайте все зиме. Слышала? Да. А теперь похлопали победе! Все, Житька хлопают. Они устали тебе аплодировать. Они всем твоим гостям хлопали тебе. Вот я тебе хочу сказать, сегодня все ребята были молодцы. И твои гости были хорошие, правильно, ребята? И мои гости были хорошие. Ну а ты, Игуся, самая-самая молодец. Ой. Ой. Поаплодируйте, ребята. Ой. Ой, я думаю, все были молодцы. Растопили. И все заслужили подарков. Правда, ребята? Все. Да. Ребята, растопили мое холодное сердце. Ну. Ты сказала о подарках? Да. Ну, буди Деда Мороза. Только Дедушка Мороз к нам подарки приносит. Дед, и Снегурочку. Сейчас я его разбужу. Чуфе, чуфе, мохре, мохре, развернись.
повернись, дрема с дерева свались. Все. Что все? Все. А где Дед Мороз? Так проснулся, зовите его. Ребята, давайте громко-громко позовем. Дедушка Мороз! Еще! Дед Мороз! Снегурочка! А Снегурку зовут? Снегурка! Еще раз! Еще раз! Слышишь? Слышу. Идут. Точно. Ребята, встречаем. Аплодируем. Ребята, Дедушке Морозу. А что хлопаете так жиденько, братчик? Они очарованы. Получите. Здравствуйте, дорогие ребята. Ох, и долго я спал. Чуть Новый год не проспал. Спасибо, ребята, что разбудили нас. Мы с Дедушкой Морозом чуть Новый год не проспали. Да-да, Дедушка Мороз, какой Новый год без тебя, без Дедушки Мороза и этой замечательной Снегурки. Поаплодируем еще раз, ребятки. Ой. Дедушка Мороз, посмотри, какая у нас красивая елочка. А огоньки на ней не горят. Точно не горят. Ну, это мы сейчас исправим, правда, ребята? Ребят, чтобы елка засияла огоньками, нужно сказать волшебные слова. Один, два, три. Елочка, гори! Ура! Поаплодируй! Гляньте, вся чудеса какие! Ух ты! Сияет! Ой, как же елка хороша! Сверкают все иголочки! Ну а теперь, ребята, спойте мне песню. В лесу родилась елочка! Пойдем все вместе! Да, дедушка, это твоя самая любимая песня. Ребята, сейчас громко-громко вставайте, ребятишки, возле своих стульчиков и будем петь эту песенку Дедушке Морозу. А мы будем помогать. Да. А еще зверушки будут нам помогать. Зверушки, где вы? Выходите к нам. О, вот они, вот они, вот они. Вернулись. Тунай, 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 т
ребята молодцы! Ай, как порадовали! Дед, придумал бы игру, позабавил детвору. Ой, игр немало есть на свете. Поиграть хотите, дети? Дедушка, у тебя игра есть такая интересная, мешок Деда Мороза. Да. Есть такая игра у меня, все правильно. А поиграем, ребята, в нее? Конечно, поиграют, ребятишки. Ну, будьте внимательны, поехали, зверушки нам тоже будут помогать. Слушаем музыку. Дедушка, давай мы так вот зверушек на первый план выпустим. Смотрите. Разумнячий и плюшевый зайчонок. Гантели для папы, машина для мамы. Какие же вы молодцы! Да, веселая игра. Дедушка Мороз, мы сейчас тебя еще больше порадуем. Мы песню про тебя споем. Как Игуся старается. Споем, ребята? Что, а вы ее знаете? Вы знаете песню про меня? Знает, знает. Вы сейчас услышите и сразу ее вспомните. Поехали! Под музыку будем петь. Дед Мороз! Понимаете? Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Не слышу! Спасибо, ребята. Да, мы старались. Как вы меня порадовали. Дедушка, мы и пели, и читали, и стихи тебе читали. Праздник наш кончать пора. Ждет подарков детвора. Принес подарки? Ну, в честь новогодней елки яркой я приготовил вам
подарки. А дедушка Мороз, подожди, а мне только приготовил какой-нибудь? Дедушка. Я знаешь, что хочу? Эту метелку из Гарри Поттера. Которая это молния, которая... Не бойся, мы тебя не дождемся. Ой, ну, я зато по всему лесу, на всех распродажах побываю. У ребят спрошу. Да. Ребята, подарим бабе-яге метелку. Как и быть. Подарю тебе. Спасибо. Не зря старалась. Дорогие ребятишки, мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Чтобы у вас успехи были замечательные, здоровье крепкое, настроение прекрасное. И в Новый год как вы будете веселиться? Весело! Вот это наш аплодисмент!